Непонятно как. Можно, например, челюсть спрятать сейчас в шкаф. Now you can see the picture much better. Посмотрите, хорошо видно все. И при этом абсолютно не важно, как находится пациент. So, if we go to the distal root, we например, have to мы идем в дистальный канал, он немножечко меняет местоположение руки. Но в общем, пациент может находиться как угодно. В этом прикол этой системы, что здесь вообще не заклинено ни на что. Да? Мы с вами с макроскопом проходили целую список.